Всем привет! Извините, что так темно. Мы просто только что приехали к Наташе, Фалконе, в гости, и наша дорога заняла 3 часа. Просто я заезжала на почту, отправляла посылку Кате Сайбель в Казахстан, там с сюрпризиками разными. Послушайте. Слышите? Да. Этот звук. Это клещи. Это цикады. Клещи. Это так вот цикады поют. Сейчас сезон. У нас вообще не так громко. Всем доброе утро, Наташа. Вот нам сегодня блинчики наготовила, тоненькие. Принцессочки мои проснулись. Я 100 лет не ела тонкие блинчики. Мне Сара недавно говорит: мама, сделай мне тонкие, я не хочу эти панкейки. Таша, скажи хоть всем привет. Привет всем. Я вас всех приглашаю на блины. Знаете, чего? Сегодня я испекла блины. У меня принцессы съели по одному блину, а все остальное, не знаю. Я 2 съела. Ты 2 съела? Да. Ну, в общем, очень вкусные, спасибо, Наташа. Как лобода-то у нас. Помнишь, нравится лобода, Наташа? Мне? Все люди как люди, а я суперзвезда. Ну, какие-то песни-то нормальные, они такие. А по внешности? По внешности? Я даже не знаю. Но вот, например, многие считают ее сексуальной. Не то чтобы красавица, но такой сексуальной, да? Наташа у нее. Она какая, у нее внешность необычная, так скажем, да? Ну, вот кто-то вообще писал, что она из мужчин и женщин. Ты смотрела? Ну, как транс. Ну да, но там не, это неправда, да. Вот, но такая она очень экстравагантная девушка. Мы поехали на Наташиной тачке. Смотрите, какая крутая. С наклейкой Наталья. Риэлтор Наталья. Да, мы решили все-таки ехать в молл. Смотрите, какие классные браслеты. Нет, этот класснее. Какой? Под серебро? Не беру, вот под золото. Вот это тоже. Вообще крутые. Это Alex and Annie. Вообще крутые браслетики. Мы два, вот эти просто шикарные. Смотрите, с разными шармами. Мне понравилась вот эта буква. С символами. No, thank you. It's okay. О, смотрите, какие крутые очки. Мама, это же учительские. Нет, это сейчас ультрамодные такие тонкие очочки. Ты что, хочешь вытащить? Вот они, я как раз их снимаю. Но ты в тренде. Плохо, ты в тренде теперь. Не надо побольше очки. Нет, такие не надо тебе точно. Смотрите, какие прикольные, да? Маскина. А эти с этой стороны. Зеркальные, да? Как в клипе Лободы. Да. Классные очки. Твои глаза. Они вот здесь продолжение идет. Да? Видите, они как будто такие клипы. Да. Они полностью закрыты, как клипы. Ой, слушай, вообще крутые очки. Валентина, туфельки за $845. Классные. Вот это, эти Шанель, смотри, какие. Шанель? Да. Шанель, почем? 1450. Посмотрите, какой каблук. Ну да. Это просто не представить. Да, а мне вот прям Валентина, вот эта классическая модель, я от нее прусь. А, давай я померю. Пока не нужно, Сара, давай посмотреть. А вот эта модная модель кроссовок, которые сейчас очень в моде. Валентина, посмотрите, какие крутые. Я эту модель буду мерить. Сейчас вот такие кроссовки, прям последний писк моды. Да, Сара, подожди, я цену хочу найти. $850 кроссовочки Валентина. Вот эти классные тоже, смотрите, Валентина. Уже на осень. $1195. Очень крутые. Классные. Красивые лабутенчики. Лабутенчики, привет! Просто как будто $770. Сувенирные. Да. А? $845. Окей. Эти кроссовки $845. Слушай, нормальные цены, я тебе скажу. Смотрите, какие. $1700. Мне кажется, я сломаю этот каблук. Ты можешь покупать с налогом вот все 1800. Да? Ой, мне вот эти очень нравятся. Ух ты. Такие секс, прям вообще. Это крутые вот все. $1300. Это крутые вот все. Суперские. Мы
едем сейчас смотреть дом за 3 миллиона долларов. За 4 почти. За 4. 3 900. Даша хочет показать. У них open house сегодня. Да. Вот такой домик. Голубенький, прям на водичке. Это залив получается, спокойный такой. Вау. Вот мы и зашли в дом. И здесь поселяется сауна на первом этаже в зале. Как-то для меня это немного странно. Тут гости сидят, а ты такой в бане сидишь, паришься. Как-то, ну, мне кажется, если бы она была где-то спрятана, то да, прям в зале, открытая баня, но это, конечно, не странно. Может, это такое решение. Диковинка. Помню, что это гостевая. Потому что ванна для мастер-бедрума слишком мала. Кинотеатр. Кинотеатр? Какой ковер чистый. Кинотеатр, только без телевизора. Но они уже сразу все продумали. Они с мебелью продают, получается, да? Не знаю. Не знаешь? Интересно. Что там наверху? Кухня. Наверху кухня? Да. А представляешь, как пакеты таскать, продукты на второй этаж? Это тоже очень странно. Тут тоже третий этаж. А, да, здесь же три этажа. Вау. Здесь есть лифт. Думаешь, есть лифт? Видишь, вот это лифт. Видишь, вот. Ух ты, лифт. Да. Вау, это лифт, ребята. Оно закрыто. Да, закрыто. Это лифт. Да. Ну вот, если лифт есть, то можно кухню на втором этаже. Ух ты, какая спальня. Это просто волшебство. Это будет моя спальня. Вот это мастер-бедрум, да? Это волшебная комната просто. What is this house? 2018. Yeah, brand new. Очень новый. Здесь никто еще не жил. Его только построили. Невероятный дом. 2018 год. Кладовая. Посмотри, какой размер, а что тут айлет. И тут ты еще и готовить. Королевские приемы устраивать. Да, все очень красиво, белое такое. Ладно. Ладно, он стоит свой. Посмотри, какой тут балкон. Невероятно. Мне нравится вот этот подоконник. На нем можно сидеть и мечтать. А вот здесь третий этаж, у них живут хозяева. То есть полностью это все хозяйская спальня. Боже мой. Здесь живут муж с женой. Невероятно. Как они могут жить в такой красоте, Сара говорит. Бывает, тут так вот живут. Вот ванна хозяйская. Это я помню. Мама, это все гардеробная? Это гардеробная. Смотри. О, да. Это гардеробная комната. Это все для своего хозяина. Да. О, можно? Здесь даже холодильник есть там для шампанского. О! А, это невероятно. И душ, и ванна. Я такое не видела. Ванна глубокая. А душ? Ты заметила, что в Америке, если есть ванна, то ванна нет душа. Это очень красивая ванна. Да. Просто вот, лежать. Вот. А душ есть. Я имею в виду, а вместе с ванной нет. Сейчас я туда буду залезать. Теперь есть о чем мечтать. То есть что-то я думала, здесь нет таких домов. Красивых. Дома. Ну, давай, Сара, теперь ты будешь загадывать, когда будет падать звезда. Сара здесь может плавать. Чтоб мы жили в таком доме. Балкон шикарный. Здесь у них такой зал. А тут окно. Здесь еще одна комната. Пищит сигнализация. Батарейки надо поменять. Поменять. Здесь типа офиса, и тоже с душем, видишь? С гардеробной. Если офис. О, устал работать. Это мой. Это офис моей мечты. С джакузи.
Здесь и джакузи, и бассейн. Но он мелкий совсем. Ну, бассейн, это для меня. Это просто чисто это полежать. Для меня. А, это вот для бассейн. Меня. Маленький, да? Барбекю. Это для но меня. Но глубокий, очень глубокий. Это для меня. Это все для меня. Угу. Красиво. Вау, вода там холодная. Для собственной лодки. Классно, классно. Очень рада. Красота. Been a cold night, emptiness haunted.